На баке шла неспешная работа, на камбузе кок ужин выдавал, на мостике там обсуждали что-то, когда раздалась грозная оврал. Что почему, пока еще не ясно, толь померещилось, а может так и есть. На нас обрушилось какое-то несчастье, на море всех несчастье тех несчасть. Ну так и есть, и что-то там случилось. На мостик с бака твой вот свешет, и телефон, конточки и пунктиры, как буквы СОС пронзительно звучат. На первенство в доставке донесения боролись двое, третий тоже был, но он отстал, когда увидел тех, тягаться с кем по глупости решил. На баке Юра с Вовой шпринцевали, любимый брашпиль всех и все любя. И вот они вдруг что-то увидали, а то был плод с другого корабля. И вдруг усталость сняла как рукою, и на ветру расправились усы. А Юра тот своей больной ногою взял низкий старт в том беге за призы. И вот оно, желание победы, Иваныч шел, как молодой гусар. А сзади Юра, чуть хромая в беге, ему на пятки бойко наступал. Куда девалось их морское братство, и дух соперников над ними уж царит. Но как бывает, в этой жизни часто вмешался случай, и их козырь бит. Тот случай был на повара похожий, с усами тоже, лысый и с брюшком. Он к телефону был у них всех ближе и доложил, что плотик за братом. И оживились сразу все на судне, а если б люди там на том плоту, и ордена, и лавры за спасение вмиг пронеслись у каждого в мозгу. А судно курс на плотик уж держало, в машине был большой переполох. Механики снижали обороты, шоб у плота да двигателю стоп. На палубе там тоже суетились багры и крючья, чтобы плот ловить. А кот в мечтах о ордене грядущем на майке начал дырочку сверлить. На левый борт второй бежал с биноклем, чтоб посмотреть внимательно его. Ну вот и он, и плот прошел под бортом, но в нем, увы, не видно никого. Но механизм спасения был запущен, и невозможно дать здесь задний ход. Уж Сингапур, Джакарта, датский офис, все знают, что дрейфует в море плот. И начались маневры и заходы, матрос Серега на ремне повис. Когда багром он плот поймать пытался, мы опасались все за его жизнь. Мы 3 часа вокруг плота кружили, кляня его и тех, кто увидал. Но, наконец, его багром поймали, Серега слез и досмотр начал. Трофей был скромным, лишь плота снабжения, тот скудный для спасения набор. Подняли на борт и без сожаления Серега взял и отцепил багор. Ну а потом все ели мои галеты, в мешках копались, тот трофей деля, и с сожалением смотрели на ракеты. Они вот есть, а вот стрелять нельзя. Потом еще описывать в журналах пришлось со случай долго и с трудом. Итог всего, и мы не отдохнули,
и плотник тот все так же за бортом. Мораль такая: в море или на суше, не вижу разницы, единый принцип тут. Всегда спасайте только чьи-то души, а их плоты пускай себе плывут. Всегда спасайте только чьи-то души, а их плоты пускай себе плывут.